В моих руках такой очень интересный балансир и довольно крупный. Он 90 мм в длину и 46 грамм под названием Тушкан. Довольно любопытное название. Очень детально проработан у него верхний плавник, как и есть нижний. Это сделано для стабилизации полета, чтобы он как можно быстрее выравнивался при подбросе и возвращался в исходную точку. Глаза такие. Довольно прикольно сделано. И самое интересное, как он играет. Так, опускаем. Лунка такая маленькая. И размер его. Не сказал бы, что мелкий. А вот и он. Растительности много. Много окуня порой плавает. И давай смотреть, как он играет. Начну с коротких взмахов. На коротких взмахах он слабо про себя проявляет. Трава мешает. Очень выделяется эта красная голова. Прям, ну, очень сильно. Я считаю, очень обалденная точка атаки. Так, она более средних взмахов. Травка. На средних и высоких взмахах он себя на порядок лучше проявляет. Я считаю, по щуке и судаку он точно должен работать. Либо очень крупному окуню. То есть горбача. Грамм 500-600 и поехал вверх. Довольно интересный балансир.